В Черкесске прошли потолпашинские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция проводилась в республике пятый раз и собрала ученых из России, Армении, Белоруссии и Чехии. В этом году форум был посвящен 110-летию начала Первой мировой войны. Подробности у Али Баташева. Я вот сегодня в рубахе славянской, казачьей и в карачаевской папахе. Да, совмещаю этих два народа вместе. Тема доклада Богдана Слободенюк – «Содружество горцев и казаков в годы Первой мировой войны. Формирование дикой дивизии». Сфера научных интересов Радмилы Стрибковой – «Война в художественном творчестве Алексея Толстого». Очень важная тема, потому что он раскрывает все аспекты мировой жизни, как тыловой, так, в принципе, и где идет сам бой. Это ведь серьезная страница не только истории России, но и международной истории, потому что полностью изменилась геополитическая ситуация, и она имела огромные последствия для последующих событий. Поэтому, конечно, мы не могли обойти без внимания эту юбилейную дату. И серьезная дата, конечно, которая уже локального уровня, это 90-летие разрушения Никольского собора, это был собор, войсковой казачий собор. В этом году на форуме организована студенческая секция, на которой молодые ученые могут не только выступить с докладом, но и задать интересующие вопросы старшим участникам. На торжественном открытии присутствующих приветствовали организаторы конференции. Они желали успехов и говорили о необходимости сохранения исторической правды, объективной оценки происходящих событий, нравственного воспитания молодежи. Я не могу не вспомнить слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы и генералы, а школьные учителя и священники. И это правильно, так как именно учителя и священнослужители воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к своей родине. Первое дело – это воспитать в детях чувство патриотизма, любви к своей родине, уважение к другому народу, любовь к культуре народа, с которым он проживает. И поэтому мы здесь будем стараться молодым людям донести и в том числе вот такие нормативы, которые им будут полезны в жизни. По результатам конференции планируется издать сборник научных трудов. Али Баташев, Галина Алиева, Али Бастанов. Вести, Карачаево, Черкесия.